Здравствуй, Оля. Вы опоздали. Оля, на место. Олег, продукты на кухню. Верочка, поторопись, дружок. Подготовьте музыку. Ну-ка, дай-ка я попробую, что здесь у тебя. Сладости маловато. Добавь изюм и орехи. Вера, сворачивайся. Олег, помоги убрать пылесос. Побыстрее. Оля, ты готова? Вы готовы? Я готова. Без 6 минут 7. 1, 2. Пошла. Музычку включаем. 1, 2, 3. Пора вставать. Надо. Ну, как же так? Слушай, мне же в 2 часа только легла. Понимаю, но надо. Что же ты такое-то? Ну, пошла вон, дура! Пошла, ну, вы же сами тебе сказали в 7 часов. Музычку это идет. Выключайте музыку скорее! Чёрт, подрал! Это после еды. Опять забыла. Разве? Так. Вот. А это я вообще уже 1000 лет не принимаю. Непостижимо, Фаина, что у тебя в голове творится, а? Ведь вроде же молодая баба. Что с тобой делать? Ну вот теперь еще и ревешь. Чего ревешь, спрашивается? Елена Николаевна, чёлочку как вчера? Не знаю. Как вчера мне в глаза лезет. Зато мужчинам безумно нравится. Никаких мужчин. Эту тему мы уже давно проехали. Мужчинам нравится. Господи, я на них всю жизнь потратила, на этих подонков. Хватит уже? А Павел? Павел? Это Павел. Ну, а ты чего, сопли распустила? А зачем вы меня бабой назвали? О, Господи, успокойся, Фаина. Ты не баба. Да? Ты на смесь павлин с папуасом. Зачем вы так? Что ж ты воешь-то, идиотка? Ну, ты посмотри, что на тебя надето, а? Ну, разве нормальная женщина такой напялит? Олег, включай плача. Занята. Вперед! Вперед! Сюда? Вперед, вперед! Пошли, пошли, пошли! Выше, 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 выше! Готовились, начали! Лесу да, стройки нет! Лесу да, стройки нет! Позор! Это они, они. Ага. Во, звони. Звони. Сейчас тут такое начнется. Алло. Да, Елена Николаевна, здравствуйте. На нас напали. Ну, эти, как их? Зеленые. Да, зеленые. Подъезжайте к черному ходу. Так, господа, это частная территория. Зачем ребенка? Зачем Елена Николаевна, слава богу, прорвались. Там полный автобус. Кричат, вас требуют. У них петиция против решения суда в рубке леса. Что делать? Во-первых, не трясись, как кролик. А во-вторых, скажи этим ретивым, что у меня важное совещание. Пусть остынут. О, Копытов, слыхал все? Давай вперед, выполняй. Елена Николаевна, может, мне к ним выйти? Если скажу, выйдешь. Понял. Ох, бездельники, а?
Господа, добрый день. Лесу, да, стройки нет. Позор. Лесу, да, стройки нет. Добрый день, господа. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие, здравствуйте. Господи, какой молоденький, а уже митингует. Какой молодец. Как вы правы со своими лозунгами, как вы правы, что творят с нашими лицами? Лужина. Елена Николаевна. Трошкин. Трошкин, а зовут вас как? Петр. Очень приятно, Петр. Очень приятно. Лужина. Это наш руководитель. Ой, боже мой, какая девочка, какая хорошенькая. А чья девочка, кто мама? Моя девочка. Ваша девочка, я смотрю, прям похоже. Сразу на вас посмотрела. Иди, девочка, к маме, иди. Лужина. Хмелев, генеральный директор. Очень приятно. А это... Я сам, Саша. Угу. А добрый день. Добрый день. Я член коллегии адвокатов. Меня зовут Семен Колобов. Я осуществляю руководство и юридическую поддержку нашей организации, которая... Ой, господи! Извините, я так разволновалась, так это вы, руководитель. Значит, извините, кто вы? Я член... Вот. А пройдите, пожалуйста, в кабинет. Мое удостоверение. Семен Яковлевич. Какой молоденький. Какой хороший. Это после армии. Оставайтесь на месте. Армии. Работал. Они так громко кричали. У меня так разболелась голова. Извините, пожалуйста. Да, конечно, я понимаю. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, проходите. Саша. Проходите. Вот дела. Занята. Я занята. Продолжайте, пожалуйста. А? Извините, пожалуйста. Видите ли, Елена Николаевна, Калиновский лес – это сегодня единственное зеленое пятно на весь наш район. Поэтому я... Саша, мы уверены, что апелляционный суд примет решение в нашу пользу и запретит вам вашу застройку, чтобы вы там такое не говорили. Саша! Но, по-моему, я... Вообще еще ничего не сказала. Я, честно говоря, впервые слышу, что с Калиновским лесом у нас оказываются проблемы. Эля, найди Кульчицкого и ко мне его немедленно! Подожди, Волосенко. Угу. И о таких вещах я узнаю последний? Да как я выгляжу перед людьми, а? Я думал, раз... Есть решение суда в нашу пользу, значит, вопрос решенный. Вы думали! Занята! Все материалы по Калиновскому лесу ко мне! А вам, Казимир Михайлович, эта история будет стоить должности! Но... Вы свободны! Свободны! Спасибо. Уволен! Без выходного пособия! Жестоко вы его. Да за обман! Еще и не такое полагается. Если бы я только знала! Господи, в конце концов, я же тоже женщина. Конечно. У меня собака. Разрешите? Ваш кофе. Пожалуйста. Прошу. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Саша. Думаете, я не знаю, что такое лес? Скажу вам больше. Я на вашей стороне. Елена Николаевна, если я вас правильно понимаю, вы подпишете наше ходатайство? Разумеется. Тогда мы с Александром... Тогда мы с Александром к завтрашнему дню готовим документацию. Свободны. Спасибо. Отбились? Отбилась! И передай Гурову, если он через 3 дня к чертям собачьим не снесет Калиновку, я с него голову сниму! И с тебя, кстати, тоже.
Ой, накажет нас боженька. Что ты сказал? За что? За все. Занята! Ай-яй-яй-яй-яй, какие мы гордые! Да, я стерва. Нет, я не это имел в виду. Да оставь ты. Нет, он имел в виду. Что ты думаешь, я не знаю, как вы все меня тут за глаза называете? Да если бы я не была бы стервой, вы бы все бы тут были нищими. Елена Николаевна, извините, пожалуйста, возьмите трубку. Да. Лена. Что? Мама умирает. Чего? Какая мама? Зинка, ты что ли? Я. Что с бабулей? Умирает бабуля. Неоперабельно, нетранспортабельно и вообще все. Фельдшер говорит, вопрос нескольких дней. Какой фельдшер? Вы что, там все с ума, что ли, посходили? При чем же тут фельдшер-то? Дураки какие! Что же вы мне ничего не сообщили? Я же звонила недавно! Как же недавно? Полгода прошло. Елена Николаевна. Сейчас. А может, водички? Ленка! Лен! Ленка, ты слышишь меня? Бабуленька моя. Ну ты где? А? Ленка! Я приеду, Зина. Да пошли вы все к черту! У меня кроме бабулечки вообще больше никого на всем белом свете нет. Она мне и за мать, и за отца, и вообще за всех. Я все понимаю, только Елена Николаевна. Слушай, не морочь мне голову, я сегодня же должна улететь. Елена Николаевна, на сегодня полет отменяется. Нет рейсов на Петрокаменск. Как это нет? Только по средам и пятницам. Вот расписание. Да плевать мне на ваше расписание. Заказывайте частный. Вы знаете, сколько он стоит? Что? И знать не желаю. Делай, что говорят. Елена Николаевна, извините, я не знаю там никого. Я полагала, мне что... Мне плевать на то, что ты полагала. Я сегодня же должна улететь. Казимир, сможешь заказать самолет? Да, смогу. Только я не знаю, полетите вы на таком или нет. Да я полечу хоть на козе рогатой. Фаина, собирай срочно чемоданы. Я сейчас же должна улететь. Казимир, заберешь чемодан? Mm-hmm. Казимир заберет. Самвелла, быстро. Да быстрее тебе сказал, мне что ж ты делаешься-то так? Где же ты раньше была, дорогая моя? Где была, где была. Я здесь, а бабуля в деревне. Одна? Почему вдруг одна? Там полдеревни родственников. И вообще, Самвел, по-моему, это тебя не касается. Ты лучше делай то, что я говорю. Что же я теперь могу сделать? Собрать консилиум. Когда? Когда? Сегодня, сейчас, подожди. Сию же минуту. Лена, подожди, выслушай меня наконец. Я соберу консилиум, хорошо. Что ты будешь с ним делать? Повезу в Солонцы. И вообще не беспокойся, все будет проплачено по самому высокому тарифу. У меня уже самолет заказан в Петрокаменск. Пойдем. Давай, Самвел, давай, действуй, звони. Леночка, солнышко, не наезжай как там. Подумай сама, какой консилиум в деревне? Я тебе говорю, действуй. Ты меня послушай, старого бобра. Ты время не теряй, привози свою бабулю, мы разберемся, все сделаем. Да я ж тебе говорю, ну не транспортабельна она. Кто сказал? Что они понимают? А я что, понимаю? Мария Александровна, у нас Стрекалов когда в отпуск уходит? Как ушел? Когда? Какая к черту Хорватия? Дай ему трубочку. Константин Ильич, тут интересный случай подвернулся. Ваша тема. Подожди, не горячись, а? Да я тебе позвонил, потому что я тебе доверяю. Да никто не посягает на твои права. Да здесь вообще, в конце концов, кто решает, кому в отпуск уходить? Потому что кто я? Я не... Я хозяин. Подожди. Подожди сейчас. Совсем обнаглели, а? Ну все, вопрос решен. Вот такой врач. Хирург, онколог, профессор без пяти минут. Поедет там на месте, разберется, можно везти, нельзя везти, и что у нее вообще? Рак, шмак, фаршмак. Он что, один, что ли, поедет? Да, там он... Перед князем стоишь. Ой, Павлик, миленький. Ой, прости меня, давно ждешь, да? С
пяти часов, как договаривались. Давай, садись. Иди сюда. Боже мой, как же мне плохо. Павлик, ты уже знаешь? Да, мне сказали. Занята. Да дай ты сюда. Елена Николаевна. Елена Николаевна, тут сейчас... Авиатор. Елена Николаевна, ну самолет улетит. Да достали! Ой, ой. Елена Николаевна, имейте в виду, через час нам дают воздушный коридор, и если вы опоздаете, то никуда уже не полетите. Вас, Казимир Михайлович, я вообще освобождаю от работы навсегда. Да при чем тут я? У нас гарантийное письмо. В конце концов, нельзя так себя вести, Елена Николаевна. Да кто вы такой, чтобы делать мне замечания, а? Я не делаю замечания, я просто объясняю, что с авиацией спорить бесполезно. Много на себя берете? Уволен! К чертовой матери! Чемодан быстрее! Добрый день. Ага. Проходите, пожалуйста, размещайтесь. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Это вы врач? Константин Ильич, да? Представляете, какие у них порядки? Рейс вроде заказной, а расписание вот и до. Ну, кому нужен такой сервис, а? А чё это такой молчаливый-то? Или обижаетесь? А скажите на милость, чему я должен радоваться? Я должен был лететь на Адриатику, а вместо этого лечу с вами в какую-то дыру. Ну, я, конечно, могла бы вам посочувствовать, профессор, но бабуля дороже. Мы готовы начать наш рейс. Будьте любезны, пристегните ремни безопасности. Спасибо. Эй, ты, иди сюда, возьми чемодан. Сейчас. Держи деньги. Два номера, оба люкс на лужину. На втором этаже. Заполняйте карточки. Сама заполнишь. Че стоишь? Чемодан наверх. Да еще отнесу. Да, кстати, где автобусная станция, знаешь? Да тут недалеко. Ну и замечательно. Значит, пойдешь и узнаешь, во сколько автобус на Топалово завтра. Да я и так знаю. 9:45. Откуда? Да мы с мамой завтра едем в деревню на выходные. Ну и замечательно. Возьмешь нам два билета. Угу. Да, кстати, легкий ужин на двоих ко мне в комнату. Что вы пить будете, профессор? Валерьянку. Значит, валерьянку. Что стоите? Пошли, пошли. Буржуйка. Тише, тише. Чего нахамить-то? Ну вот люкс, а второй напротив. И это люкс? Да, у нас в этом номере все персоны живут. И генерал жил, и депутат Кокорин. Да. Ну если депутат Кокорин, тогда, конечно. А я пойду лучше ужин принесу. Держите. Угу. Спасибо. Ну что, съедобно? Фу ты.
гадости с заморозки. Ой, господи. Вуаля. А чего это вы такой угрюмый, Константин Ильич? Такое ощущение, что это не у меня бабушка при смерти, а у вас. Вам непременно необходимо, чтобы я вас благодарил за доставленное удовольствие. Так вот, никакого удовольствия от общения с вами я не испытываю. Если уж быть до конца откровенным. Ну, как знаете. Мне с вами детей не крестить, слава богу. Ну, Фаина, вот идиотка, а? Кретинка. Кто это? Кто-кто? Конь в пальто. Что ты мне положила, а? Елена Николаевна, что? Что? Это я тебя спрашиваю, что? Зачем мне этот пеньюар? Подожди, Фусенька. А корсет? Ну, корсет мне нахрена, дура ты такая. Николаевна, ну я думала, лето, тепло. Ты думала. А эти сарафаны? Я что, на Гавайи, что ли, поехала? Ну, как же? Да если бы ты своими кривыми мозгами думать бы умела, ты бы мне хотя бы пижаму положила. Мне же спать не в чем, идиотка. А эти перья, ну перья эти пошлые. Да ну это ты нахрена мне засунула? Чего ты ревешь? Вот дура, а? Ну что, я не права, что ли? Не знаю. Спокойной ночи. Носильщик, что ли? Ну, ничего, не шум. Пойдемте, профессор. Здравствуйте, Елена Николаевна. Вы меня не узнаете? Не узнаете? Я Семен Колобов. Саша, давай. Узнаю. На выход. А вы как здесь оказались, сон, господин? Сон, чем, коллеги? Как? Мы всю нашу машину гнали, когда узнали, что вы от нас уехали. По очереди за рулем сидели. Позор! Позор! Да тише! Я вам все пропишу. Какие вы молодцы, а? Мне таких работников! Саша! Тихо! Мы согласны. Если сейчас же подпишите все бумаги об остановке работ. Немедленно! Да, конечно, подпишу. Ну как же не подписать-то? Я же вам обещала. Давайте, где писать? Вот давайте. Здесь. Будьте любезны. Да, пожалуйста. Ага. Ура! Молодцы! По машинам! Молодцы! Молодцы, товарищи! Молодцы! Фронт, товарищи! Молодцы! 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 Да! Алло, здрасте, Елена Николаевна. Тут, говорят, зеленые вас догонять принялись. Да догнали уже. Вон уезжают. Я им все подписала. Как подписали? Зачем? А затем, что решение о застройке Калининского леса принималось советом директоров. И никакая моя подпись никакого значения не имеет. Все поняла? Ага. И передай Казимиру, так что... Так его уволили. Черт. Ну и правильно сделала, значит... И передай Гурову, чтобы взял порубочный лист, и чтобы через 3 дня площадка для нулевого цикла была готова. Understand? Understand? Как бабуля ваша? Не знаю. Не видела еще. Идем на посадку в автобус. Все, пока. До свидания. Ваш билет. Там еще Дашка, пожалуйста. Ага, первые 2 места. Девушка, освободите. Все сели? Да. Можем ехать? Ага. Своего ищете? Да вон за углом стоит. Константин Ильич, ну что вы тут делаете, а? Ну почему я должна за вами бегать? В автобус уже посадка закончилась. Никуда я с вами не поеду. Не поняла. Вы же лжете постоянно. Вы же обещали не сносить Калиновку и только что отдали приказ срубить ее. Очень мило приехали. Вам-то какое дело до моего бизнеса, а? Это подло. Ах, какие мы нежные. А вы вообще хоть что-нибудь представляете о моей работе? Теперь представляю. Да? Ну что же вы представляете?
Вы вообще хоть понимаете, сколько я здоровья положила на то, что подписали этот акт о сносе Калиновки? А теперь что, отдать все вот этим придуркам? Вот как раз они-то не придурки. Да? Да. Откуда вы знаете? Знаю. Потому что для вас все придурки. Вы же с людьми разговариваете, как будто вам все должны чего-то. С какой стати? Почему? Потому что у вас много денег? А хотя бы? А мне наплевать. Не хочу ехать и не поеду. И никто меня не заставит. А на больную старушку? Вам тоже плевать? Вы же клятвы Гиппократа давали, профессор. Слушайте, прекратите называть меня профессор. Я не профессор, а доктор медицинских наук, это во-первых. А во-вторых, в клятве Гиппократа ничего не говорится о том, что я должен исполнять прихоти капризных барынек. Это я-то барынька? Да. Да я? Да у меня бабулечка умирает, а вы капризы. Да пошли вы к черту, идиот! Едем! Девушка, поехали в Алексеевку! Ну, за девушку отдельное спасибо, но мне нужно в Солонцы. В Солонцы-то поедем, ребят? Не-а, в Солонцы не поедем. Там дороги размыло. Поехали в ручьи. От заряжальщики, а! Ну что, я же не бесплатно. В Солонцы-то поедем? Свободно, я сам. Бригадир, ну я же деньги плачу. Не так же просто. $5 километр. Давай. Чемодан тащи. Да, и платите в оба конца. Это что, $1000, что ли? Полторы! Да ты что, обалдел? Да я тебе за $500 всю твою развалюху куплю вместе с тобой, козел. Ничего, ничего. Пусть каблучками затопает. Метра на 10-м сдохнет. А, ну, умный уже больно. Солонцов? Угу. $300. Реально? Угу. А то эти совсем... Эти голодранцы, а я профессионал. Деньги вперед. Половину. Не волнуйтесь!
Я только водички залью, мотор остынет, и дальше поедем. А может, нам машину вообще поменять, а? Да нет, вы что, у меня поменять машину. Да вы не волнуйтесь, у меня отличная машина. Она как женщина, любит ласковую руку. Угу. А у вас, стало быть, ласковая, да? Ну, не то слово. Кстати, по поводу ласки. Вы знаете, вот моя последняя жена, третья, ушла ко мне от очень богатого мужчины. Причем он был молодой. А вы что, старый? Я. А как вы думаете, сколько мне лет? Ну, лет 40. А вы согласны? Я совсем согласен. 52. Да быть не может. А? Может, может, я объясню. Первая жена моя была на 9 лет меня моложе. Вторая на 12. А третья на 23. Мой товарищ говорит, это как старое вино. Чем старше становится, тем больше пьянит. Да вы опасный мужчина, Антоша. Ну, смотря для кого. Вы знаете, я вот смотрю на женщину и сразу вижу, мой человек или не мой. А если облом? Вот вы типично мой человек. Извините, ничего? Я нормально? Не-не-не, ничего-ничего. Все в порядке. Кстати, тут есть одна красивая поляна, там очень крупная малина. Остыли? Сейчас. Женщины, девушки мои. Догоняй! Ушел, а? Да я его сейчас догоню! Да, что? Осторожно! Попробуйте, встану. Догоните! Идиот! Только! Вы что, взяли меня? Идиоты! Мужики, да. Ну-ка давай разбомбим все это ведро нахрен, а? А ну-ка, а давай! Понял, жаба! Пешком ходить будешь. Дай-ка мне отвертку. Снова починю! Ты, брат, капот, а ты колеса! Вы что? Что ж вы... Понял? Давай. Что ж вы делаете? Чего? А ну, встречни отсюда. Ну? Да влепи его. Ну, сука! Ваня! Что ты на него смотришь? Да, ты что творишь? Тыгр, открой! Держи его! Я его! Давай его! Ну! Не дергай меня! Ну, щенок! Сволочи! Ты что ж вы делаете, этот гадый? Вы не знаете, с кем связались, идиоты! Хватит с них! Все. Спокойно. С них достаточно. Все. Ну что, живы? А? У меня там в сумке фляжка с коньяком. А-а-а. Сейчас. Я мне говорю. Костя вроде целый. А? Вообще, вы профессионально наехали. Я не предполагал, что вы такие слова знаете. А что вы думаете, что я все время в этом костюмчике, что ли, проходила? Не, ну, урою по полной программе. Не ожидал. Да я 3 года, между прочим, в Турции прочелночила. Представляете, что это такое, а? Знаю, шмотки возили. Выпейте. Возила. Ой, тащишься. 2 баллами по 30 килограмм, а потом банда таких же уродов налетает на тебя. Что может женщина сделать? Ну, был у меня баллончик газовый. Один раз пшикнула, а там пена для бритья. Турок, сволочь, подсунул. И что дальше? Ну, что дальше? Отобрал 1 баул. Во второй я вцепилась, ору. Убьете, не отдам. Ну, откричала. Но я-то понимаю, я хоть за свои кровные боролась. А вот вы
профессор. Совсем не по делу выступили, кусок железа. Да я вообще не собирался драться. Он меня первый ударил. Потом уже я его от рук отбил. Что, глупо получилось? Да глупее не придумаешь, ну посмотрите. Все ногти отодрали, попортили маникюрчик. А где наш Супермен? Антон! Антон! Везде все облазило, нигде телефон не ловит. Ну а чего мы тогда торчим здесь уже 3 часа? И гонщик наш уже наверняка в город убежал. Ну конечно, за 40 километров? Не знаю. Надо что-то делать. И вообще, я здесь не по своей воле оказался. Вы меня в это дело втянули, вот вы и принимаете решение. Ой. Ну хорошо. Вот вам мое решение. Пойдем через гору, срежем 20 километров. Одевайтесь, профессор. Там ферма, а там, там цивилизация. Ой! Осторожно. Что? Каблук? Что вы плететесь там еле-еле? Мужчина еще тоже называется. Если бы у вас редикюльчик был поменьше, мы бы шли побыстрее. Что еще? Ну не могу я больше! Ногу натерла. Что вы делаете-то? Так будет лучше. Ну что, привал? У меня бабушка умирает, а ему привал. Хорошо. Пойдем. Пойдем. Куда идем? Туда, 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 туда. Куда? Туда. Ну, пожалуйста. Ну вот, я же говорила, ферма. Ну вот, я же говорила, цивилизация. Ну, пошла, пошла. Ну, нет машины. Русским языком сказал. Ну, я не понимаю, как может быть фермер без машины? Машина мед повезла. Василий, унеси молоко в погреб. А молочка не дадите? Давай, давай. Самим мало. Послушайте, ну я же не бесплатно предлагаю. Ну, рожу я тебе, что ли, эту машину? Ну, сказано нет, значит нет. Ну, а телефон? Ну, факс. Связь какая-нибудь, а? Мобильник работает на Красной Горке. Так, и где эта горка? Там за сараем свернешь и прямо по просеке. И сколько метров? 7 километров, не больше. Мы окружены. Мужики, значит так. Бабуленька родненькая, ну потерпи, пожалуйста, еще чуть-чуть, что-нибудь придумаю. Давайте скорее деньги. Что? Деньги давайте. Вот. Ну что ты стоишь? Иди заводи трактор.
Давай. Все нормально. Все да? нормально. Довезет. А вещи мы здесь. Все оставим. Будет хорошо. Все Чё? В порядке. Все нормально. А? Поехали! Ну, звоните. Что? Я не могу больше. Что? Что случилось? Да подари, разряжена! Я не могу так больше, Господи! Я не могу так... Мамочка, ну, тихо! Прекратите истерику! Ну-ка, тихо! Что? Ой, ты чего? Ты нормально? Что, с ума сошел? Или что? Спокойно. Все в порядке. Тихо, 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 тихо. Не волнуйтесь. Сейчас все решим. Сейчас, подождите, пожалуйста, еще немного. Накиньте. Сейчас. Еще немножко. Пожалуйста, заглушите двигатель. У вас есть максимально одна минута. Вот ваши апартаменты. Да ладно, наверху я вас положу. Одеяло. А вы это вон сено набьете? Будете спать. Ну что, есть-то хотите? Хотим. Там как пожрете, что останется, свиньям не выкидывайте. Сюда прийти. Не, ну, сам-то я не такой. Работа просто собачья. Во-во-во! Спокойной ночи. Спокойной ночи. Что тут развели? Уберите эту гадость немедленно! Чё там? Чё такое-то?
Я вам как врач говорю, сейчас же вынесите это тряпье и сожгите его. Закир, ну-ка встали. Встали быстро, взяли, выполоскали в реке и положили у коровника. Какую вымыть? Вы в своем уме? Сожгите это, я вам говорю, сейчас же, немедленно. Я вам сожгу. Я сказал, выполоскали и положили у коровника. Давайте быстрее. Люди. Однако, напрасно вы ругали Фаину. Что, нравится? Впечатляет. Остальное все мокрое просто. Угу. А вы чего не ложитесь? Хотите замерзнуть? Да лучше замерзнуть, чем подхватить чесотку. Можно подхватить, а можно и не подхватить. А вот простуду я вам гарантирую, если не согреетесь как следует. Ну, как хотите. Я, с вашего позволения, в уголочек. Угу. Auf Wiedersehen. Пойдемте, здесь холодно. Они ушли. Ну как же это? Ну-ка, снимите себе это все. Ну чего вы ждете? Раздевайтесь, раздевайтесь. Как это? Слушайте, вам не хватало еще воспаления легких? Не бойтесь, врач не мужчина, давайте. Вот, вытритесь. Наденьте это. Ну вот, другое дело. Возьмите, выпейте. А теперь поешьте. Ешьте, ешьте. Ну как? Вкусно? Вкусно. Давайте еще. Давайте, давайте, давайте. Спасибо. Отогрелись? Ну, давайте ложиться. Ложитесь.
Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спите? Нет. Я тоже. Хороший был коньяк. Нормально. Согрелись? Угу. Спасибо. Скажите, а почему вы сказали, что врач не мужчина? Я ошибся. Да нет, вы не подумайте, я просто так сказала. А я и не подумал. Странно все это. Что странно? Странно, как-то мы дошли до жизни такой. Лес, дождь, это ферма. Слушайте, я только что вот об этом сейчас сам подумал. Лес, ферма, чердак. Как во сне. Вот хорошо бы проснуться. А бабуля жива, здорова. Шамай его зовут. Шамай – это имя или фамилия? Принесите, пожалуйста, кофр серебряный из моей сумки. Да черт их узбеков поймешь, имя это или фамилия. У них же документов нет. Здесь больно? Бомжи. Давно вы в таком состоянии? Да почитай, 3 дня как уж. Раньше-то бывало, нальем его рюмочку. Тихо-тихо. Ну, водки. Вроде полегчает. А сейчас вот не берет, орет все. Тихо, потерпи, потерпи. Пожалуйста. Потерпи, Шамай. Подождите снаружи. А вы держите его. Крепко. Ну что? Ничего хорошего. Так это, что, звать начальника-то? Зови. Я что тебе, бог? Я что, на себе его должен повести по воздуху? Ну а потом? Кому он нужен в больнице без документов и денег? Что это значит, кому нужен? Это же ваш работник. Значит, вы отвечаете за его здоровье. Что ты гонишь, мужик? Ну за кого отвечаю? Да эти алкаши должны мне ноги мыть за то, что живут на всем готовеньком. Жрут, пьют, сколько влезет, крыша над головой. Еще в больнице их устраивай без документов. Разбежался. Слушайте, но существует же трудовое законодательство. Вот оно где, твое трудовое законодательство. Подождите. Я говорю, стойте! Да отвали ты от меня! Неужели вам чисто по-человечески его не жалко? Ведь умрешь жалко же. У пчелки! Стой! Вы за это ответите. Ох, напугал! Неужели ему ничего не будет? Ничего. У них же даже превентивного договора нет. Работают за хлеб и водку. Все вы, сволочи бездушные. Разбогатевшие. Что вы знаете? Что вы умеете? Откуда вы все вылезли? Для вас люди – это только мразь и мусор. Вы только деньги видите.
И надуваться можете, как тетерева. Потому что думаете, что вы хозяева жизни. А я-то тут при чем? Да при том, что все вы одинаковые. Вы думаете, что вы такие богатые, потому что умные? А вы просто наглые и подлые. Сволочи бездушные. Сволочи. Ну что ты? Погорельцы, экипаж подан. Готов получить вторую половину денег. Отдает, а? Его надо сейчас же отвезти в больницу, иначе он умрет. Кто умрет? Шамай. Елена Николаевна, ну ведь умрет человек. Парень совсем молодой. Послушайте, ну здесь же на машине до больницы. Тьфу, чепуха, ничего. Всего-то несколько часов. Туда и обратно. Антон, ну здесь же совсем недалеко. Сколько здесь? Ну? А, 100, 200, 200 баксов. О. А вы вообще не лезьте? Елена Николаевна, я вхожу в ваше положение. Что там бабушка? Ну ведь и парня жалко. Ну, ладно, фермер. Темный человек, ничего не понимает. Ну вы же это все понимаете. Вы же образованная, тонкая, умная. Я? Я не тонкая. Неправда. Вы добрая, просто вы на себя напускаете всю эту злость. Я добрая? Я не добрая. Я стерва. Я гадина. Я змея подколодная. Вы вообще даже не знаете, кто я такая. Куда полез? Собирай вещички, профессор. Я остаюсь здесь. О, правильное решение. Что? Ну и пошел ты к черту! Вот человек, что в лоб, что по лбу. А ты вообще не лезь! А я ничего. О, красивая вещичка. Тачка! Моя тачка, прут! Вы же убьете его, вы не понимаете, ну! Вылезай тут! Елена Николаевна! Вы же жить после этого не сможете! Ты делай ты что хочешь! Кому он нужен, этот полудохлый бомж? Твое дело, отвезти. А если его в больницу никто не возьмет, куда его дену? За деньги всегда возьмут. Вот возьми, это тебе. А вот это отдашь в больницу. Подождите. Стоп. Подождите. Вот это отдадите в приемном покое. Отвезешь его и мигом назад. Не волнуйтесь. Я тоже профессионал.
Здравствуйте. Что вы улыбаетесь? Сколько времени прошло? Часа три. Какая же я все-таки дура. Ну что вы? Ну вы же совершили благородный поступок. Угу. Вы расскажите об этом благородстве бабуле. Если она, конечно, доживет до нашего приезда. Ну что вы делаете? Лена! Елена Николаевна. Да плевать мне на ваше благородство. У меня бабуля умирает. У меня кроме бабули никого нет на целом свете. А я, видите ли, благородная. Елена, ну прошу вас. И нечего мне, пожалуйста, руки лизать. Дура я набитая. И больше никто. Елена Николаевна, вы только что совершили благородный поступок. Спасли бесценную человеческую жизнь. Смотрите, что получается. Сделали доброе дело, проявили сострадание и сожалеете. Какие вы все сострадательные-то? За чужой счет-то? М? Хорошо. Я вам верну деньги, которые вы потратили на Шамай, хорошо? И бабулю вы мне тоже вернете, да? Чемоданы слушайте, не хватит! Куда? Сюда поплывете, цыланцы. Давайте. Так. Мотором-то пользоваться умеете? Да-да-да, конечно, я же местная. Ага. Здесь по озерам недалеко. Главное в протоку войти, через болотце. Спасибо. Угу. Ну, с Богом. Спасибо. Спасибо. А лодку там оставьте, я ее через неделю заберу. Хорошо. Хорошо. Не надо на меня так смотреть. Я не на вас смотрю. А куда же вы тогда смотрите? Плывите сюда! Возьмите! Пригодится! Ну что там? Что? Бензин кончился, а? Слушайте, давайте так. Давайте знаете что, а? Давайте вы вычерпываете воду, а я нет, на весла. Значит так, давайте вы будете вычерпывать, а я сяду на весла. Возьмите. Наденьте. Ой, спасибо. Елена Николаевна, вы про черпак-то не забывайте, а то мы так потонем. А, ну да. Слава богу. Кажется, приплыли. Ленк, ты что ли? Ты я. Как бабуль там? А? Бабуль, говорю, жива? Да что с ней будет-то? Ну, слава богу, доктор. Вроде успели. Давайте вы туда подгребайте. Здрасте. К берегу давайте. Здрасте. Здрасте. Бабуль-то где? Здрасте. Вот там. Ну, слава проходите. Богу, братец, здравствуйте. Успели. Пойдемте. Проходите. Здрасте. О, Ленка, здрасте. Ленка, здравствуйте. Привет. Здравствуйте. А вот здрасте. Она, вот она. Там, да, расскажи, как-то. Ну, давай.
надо же, какая примчалась. Тоже мне из города. А у тебя тут есть? Проходите, Константин Ильич. О, Лена, совсем давай. Совесть потеряю. А, простите, а вы доктор? Расселись тут. Угу. Не стыдно, дядь Мартын? А что стесняться? Чай на свои пьем. Рано поминать собрались. Серва тарелка. Да, какие поминки? Мы погромули для снятия стресса. Я по вашим рожам вижу, какой у вас стресс. Ой, Ленка. Зинка. Приехала. А это кто? Кто-кто? Это доктор. Доктор, проходите. Здрасте. Бабулечка. Бабулечка, ну как ты? Я руки сполосну. А вы правда доктор? Да, а что? А я у вас спросить хотела. Спрашивайте. Отчего по утрам голова болит? Может быть, это черемуха, которая под окнами? Знаете, иногда так с утра голову прихватит. Я даже с подушки не могу подняться. А ты, Тонька, о мужчинах меньше думай. Тогда и голова болеть не будет. Это я о мужиках думаю? Это, может быть, они обо мне? А вот ты тогда с мужиками свои болячки обсуждай, а человека не трожь. Уже и спросить нельзя. Нельзя! Не берите в голову, профессор, пойдемте. Ну что? Все нормально? Что нормально? Что нормально? Дура ты, Ленка, дура! Воспитывала я тебя всю жизнь, воспитывала, да не воспитала. А ты только на похороны прибежать сможешь. А чтобы проведать родную бабулю, приехать просто так, дура ты, Ленка. Может быть, она права? Ленок, молодец, что приехала. Погостишь у меня, солнышко. Прости меня, бабулечку. Прости меня, пожалуйста. Это ты меня прости. Я же почти одна. Мне очень плохо. Прости меня, бабулечка. Моя хорошая. Проснулась. Ой. Как же хорошо у нас. Ну, не жалеешь, что приехала? Mm-hmm.
Ой, и спится так прелестно. А доктор где? А, парится, в баньку побежал. Сказал, через час будет. К Мартыну? Нет. Тонька растопила. Нет, спасибо. Напрасно отказываетесь, Константин Ильич. Морсик очень вкусный, домашний. Ну так что? Мне у порога оставить или может мне войти? Ах ты, фитифлюшка! А я тебя предупреждала, чтобы ты заканчивал свою фи-фи-фи. А тебе что, жалко, что? Мне жалко? Да мне стыдно. Там все в порядке у вас? Насмешила, блин. Тоже мне. Ревнуешь, так и скажи. Я ревную? Да. Да ты даже не представляешь, что между людьми, между прочим, могут быть совершенно другие отношения. Да уж куда нам? Ты у нас крутая. Отношения тоже мне. Так и следи, чтобы на него никто не посмотрел. Смотри, братик. А сама? И не смотри! И не смотрю! Что-то произошло? Ничего не произошло. Просто я думала, Константин Ильич, что мы сюда с вами приехали не для того, чтобы в банях прохлаждаться. Ленка! Ленка! Ленка, ты что, глухая? Бабуль, на огороде вертолет, давай скорей! Ну давай, давай! Нет, нет, ну что ты? Давайте ее сюда. Через 5 часов будем в Питере, уже палата готова. Спасибо, Казимир, но не надо уже. Что? Померла бабуля? Это я-то померла. Бабулечка, не надо, пожалуйста, не надо. Елена не Николаевна, надо. У нас совсем нет времени. Давайте быстрее. Ты уезжаешь, да? Ты опять бросаешь меня, да? Ты мне врешь. Ну нет, бабулечка, ну да что врешь, ты говоришь? Ты ну мне нет, все. Нет, нет, ну, дорогая моя, ну пойдем, пойдем, пойдем домой. Домой. Я с тобой. Домой, я с тобой. Елена Николаевна. А. Да, кстати, вот доктор свое дело сделал. Вот его и забирайте. Добрый день. Здравствуйте, доктор. Несите вещи, у нас совсем нет времени. Иди воды принеси. Иди. Я дочищу сама. Пошли. Идем. Давайте. Идем.
Вам очень идет это платье. Ну что вы? Ему вообще 100 лет в обед. Еще со школы. Просто одеть нечего было. Не, правда? Очень хорошо. Даже не верится. Вы ведь на работе совсем другая. Вас подчиненные боятся? Не знаю. Не думала никогда. Они вообще меня стервой называют. Спасибо. Пахнет. А меня тоже все боятся. Ну что вы обманываете? Правда. Вот когда я захожу в операционную, все медсестры сразу затихают. А вот когда Зайченко заходит, они с ним заигрывают. Потому что его они любят, а меня боятся. Ну и кто такой этот Зайченко? Да, есть один. Добренький. Все ему нравится. Ну и пусть они любят своего Зайченко, а я вас люблю. Но как человека. Да и вообще. Как человек или вообще? А ну-ка, стойте! Да оставьте вы меня. Что вы не договариваете? Да я вам уже все сказала. Нет, подождите, потому что я хочу знать. Что это вы меня с вами руками трогаете? Да что вы меня трогаете вообще? Как вы смеете? Что вы делаете? Профессор, что вы делаете? Ждать тебя каждый день. Я тоже. Привет. Твоя бабка совсем обезумела. Зачем нам? Нам такие шутки. Ради чего? Лена! Павлик, ты можешь как-нибудь раствориться, исчезнуть, а? Раствориться, исчезнуть? Куда? Можешь обидеться на меня как-нибудь. Вот обидеться и бросить. Вот так взять и бросить, да? Да, Павлик. Вот взять и бросить. Господи, ну можешь ты сделать хоть что-нибудь, чтобы... Он исчез. Какая же ты все-таки... Какая? Какая? Стерва? Да? Сволочь? Гадина? Ну какая? Договаривай! Я пользуюсь тобой как вещью, да? Ой, здрасте. Занята. Ой. Ой, Фаина, извини, нет, не занята. Что ты хотела? Ага. Угу. Скажи, пожалуйста, а мне никто не звонил? Угу, понятно. Пока. Что там с Калиновским лесом? Техника на месте. Сегодня начинаем. Что зеленый? Отобьемся. Я сказал Блинову, он обещал охрану усилить.
Угу. Порубочный билет есть? Есть. Вот. Пусть прохлаждаются в своем задрипанном лесу. Эля! Слушаю вас. Посмотри, пожалуйста, кто там у центрального входа? Хорошо, сейчас. Елена Николаевна, это посыльный пришел к Петровой из отдела сбыта. Эля, что вы хотели? Из охраны звонили. Скажите, пожалуйста, вы назначали встречу господину Стрекалову? Назначала. Пусть пропустят и сразу ко мне. Или нет? Стоп, стоп, стоп! 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 Не надо! Не надо! Вот что. Пусть пропустят. Пусть подождет в приемной. И скажите, что я занята.